В правобережном центре дополнительного образования детей состоялся районный этап городского конкурса «Дорожная азбука». Его участниками стали 9 школьных команд учеников 6-8 классов. Этот конкурс является своеобразным смотром на знание правил дорожного движения. Он проводится в Магнитогорске уже несколько лет, и его организаторами традиционно выступают Управление образования администрации города и Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ. В своих выступлениях дети творчески и наглядно показали, что нужно знать, чтобы не попасть в беду на дороге. Конкурс является актуальным в первую очередь, потому что на сегодняшний день ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом осложнилась. Уже зарегистрировано увеличение количества травмированных детей по сравнению с уровнем прошлого года. На территории города травмы в результате ДТП получили 4 ребенка, в том числе один ребенок по своей собственной неосторожности при переходе проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Поэтому дисциплина детей-пешеходов оставляет желать лучшего.